Здравствуйте, уважаемые подписчики! Лора Лайф на канале. Сегодня я хочу снять видео о своих посылках, которые я получила за последний месяц. Это будет спонтанное видео. Вот, не смейтесь над моей декорацией, это Хэллоуин у нас в Европе. Купила тыкву, решила немножко украсить свой дом, чтобы было веселее в эти осенние дни. И хочу вам рассказать о посылочках, которые я получила. Если кого-то заинтересует, может быть, букинистический сайт, который находится в России. Я заказывала с российского букинистического сайта. Если делаете покупку, оформляете свыше 1000 рублей, то будет бесплатная доставка курьером. Нужно указать номер телефона, вам позвонят, спросят, как лучше доставить, какое время, находитесь ли вы дома, и доставляют. Меня очень заинтересовала книга, которая называется «История ароматов. Парфюм». Вот такая книга, которая была написана Лизи Остром. И здесь история создания ароматов со времен, когда они только возникли, эти ароматы. История парфюмов изначально начинается, я только начала ее читать, еще не в процессе, короче, эта книга, в процессе чтения. И начинается с того, что описывается аромат, который был, еще не подразделялся на гендерно мужской или женский аромат. Это был один единственный. И как создавались ароматы. Очень красивым языком написано. Интересно читать. Единственное, что немножко не удовлетворена, или, как сказать, минус этой книги, что она без иллюстраций. Иллюстрации очень такие некачественные, рисуночки могли бы быть немного поинтересней. Вот. Но сама книга интересная и очень объемная. Видимо, книга переведена, переиздана, ну, вот в таком формате она. Но книга интересная. Следующая книга – это книга, которую просто предложили мне для того, чтобы доставка была бесплатной. Книга называется «Между надо и хочу» Эль Луна. «Найди свой путь и следуй ему». Это такая книга о... психологическая книга о нашем, о наших мыслях, о наших путях, о том, как мы мыслим, как мы настраиваемся в жизни, чему мы следуем, каким принципам. И это такая книга, как бы обучающая. Но я бы сказала, что эта книга больше, наверное, подходит для молодого поколения, потому что иллюстрации такие немножечко очень большие, как в формате учебника. Я думаю, что я прочитаю эту книгу и подарю своему сыну. Следующая посылка, которую я хочу представить вам на обзор, это посылочка средств для волос. У меня очень сухие волосы, я стараюсь следить за структурой волоса, и в последнее время мне приходится много использовать масел. Я уже как-то делала обзор на одно из масел для волос, которое называется Oro Fluido. Вот в такой красивой упаковке, в такой красивой коробке это масло. Это шикарная смесь, это даже не масло, это эликсир. Вот такое густое по густоте масло. Можете видеть, здесь 100 миллилитров. Очень большая упаковка. 100 миллилитров этой смеси такого размера хватит где-то на полгода точно. Вот это масло я всем рекомендую. Это оригинал. Следующее средство для волос – это активатор сыворотка от Kerastase. Активатор сыворотка, серум для молодости волоса. Средство очень хорошее, очень много отзывов на сайте. Все отзываются о нем как о заявленном средстве, которое действует, о заявленных функциях. То есть волос становится более плотным, волос становится более напитанным, начиная от корня волос с каждым днем по мере использования. Следующее средство от Kerastase для мужчин. Это средство гель-активатор для укрепления луковицы корня волос при преждевременном облысении. Я купила это средство для своего сына, так как у него истончается
в лобной части головы волос, и он уже использовал один раз это средство, ему очень понравилось. Начали расти маленькие тонкие волоски в этой части, где почти пропали волосы, и он очень доволен этим средством. Переходил на Виши, но опять мы вернулись к Керастазе, и вот в этот раз, так как была скидка 30% на этом сайте nicebeauty.com, я заказала еще одну упаковку на один курс. В этой упаковке находится 30 маленьких, раньше это было в ампулах, а сейчас они стали производить в маленьких тюбиках с таким тонким наконечником. Курс рассчитан на 30 дней и наносится на кожу головы с легким массированием и оставляется без ополаскивания. Средство очень эффективное, и оно оправдывает свою цену. Цена без скидки около 70 евро. Хотя на русском сайте я смотрела, цена намного выше, чем на европейских сайтах. Поэтому я рекомендую пользоваться при заказах европейскими сайтами. Вот такое видео сегодня у меня получилось о моих посылках. Может быть, оно было вам неинформативным показалось, а может быть, для кого-то было полезным. Кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой канал, а следующее видео будет о посылке Cypher. И всем всего доброго. До свидания.